вечер, сябры! Привітанне, дзяўчынкі, хлопцы! Салют усім! А мы прыдумалі цікавую гульню. Адзін з нас будзе капітанам карабля, а астатнія – тубыльцы, якія жывуць на розных астравах. Так, але капітан пра іх нічога не ведае. І яму трэба будзе здагадацца, што за людзі жывуць на кожным востраве. Клас! А хто будзе капітанам? Можна я? Хітранькі, усе хочуць. Будзем выбіраць лічылкай. Правильно, пачнем. Слон по небе пролетел и на плот драўляный сел. Попросил воды попить и сказал, кому водить. О, я капитан, ура! Ну, чаго вы? Усё ж по справедливости, у наступный раз нехто з вас будет. Ну. Ну, добра. Тады и починаем? Починаем. О, а я уже ведаю, які будзе наш першы востров. Які? Побегли рыхтавацца, по дарозе растлумачу. А я пакуль пагляджу, што на маім караблі ёсць. Так, перш за ўсё. Штурвал. Вось ён. Опа, добра працуе. А ветразі? На месцы. Вось яны. А дзе карабельны звон, які называецца рында? Ах, які звонкі. Ну што, можна рушыць? Але не, стоп. Як же называется мой корабель? Без имя нельга ж. Назову его хуткий, кап имчал по хвалях, як ветер. Вось цяпер наперед. По морах, по валах, по глубоких верах, по морах, 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 кап побывать на островах. О, так, что там такое? О, это ж наш первый остров. Халы-балы? Халы-балы, здрасте! И кто это у нас? Халы-балы! А, я ж повинна сама здогадаться. Витаю вас, шановные тубыльцы! Як справы, чем займаетесь? Халы-балы! 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 Які вясёлы тубыльцы, як яны здорава спяваюць! Зяроўкі! По-моему, яны збіраюцца мяне ў палон захапіць! Не-не-не-не-не! Стойте, стойте! Я зразумела, гэта востраў дзікунаў! Так? Так, правильно, угадала! Тады, бывай, тапары! С дикунами треба быть осторожней. Ну что, рушим далей. По морах, по валах, по глубоких верах, по морах, морах. О, я ще один в остров. Что на имя не чакае? Не-не-не-не. Я упэўнены, что вы помыляетесь, профессор Бусел. А я лечу, что помыляетесь, вы, шановный профессор Топский. А где ваши доказы, тады? А ваши? Яны у меня есть. Цікаво послухать. Ну, добра. Земля. Ого, какие важные. Послухаем, что их за размова. Бок, потому что яна заўсёды крутилася только так. Я поважаю вашу думку. А что, коли нехто возьме и одночи крутане яе інакш? Як мячик. Менавіта як мячик. Ну, не ведаю, что вам и сказать, профессор. Няня Полинка, ну угадывай же худший, бо я саправды не ведаю, як яшчэ разумничать. Так-так. Ой, пробачьте, пробачьте, профессор Топский, профессор Бусел. Я заслухалася. Вядома, это востров вучоных. Правильно. Вы маете рацию, шановная іншаземка. Рыхтуем новый востров. А я знов пускаю свой корабель хутки у шлях. Ой, по морах, по валах. Ой, что это такое? Непахать разгулялася, худшей до ближайшего острова. А, вось и он. Подплываю, подплываю. О, опа. Фух,
Здаецца, я на цвёрдай зямлі, так лепей. Але што гэта? Ой, Буслік, ты ляжыш? Ляжу, топай, ляжу. Ужо тыдзень не падымаўся. Ой, падумаеш, я ўжо два. О! Куды я трапіла? Тут нейкія гультаі жывуць. Мы не гультаі. Яны хоць калі-небудзь дабыяк, але справай займаюць. А мы не колім. Толькі ядзім ды спім. Тады вы абібокі, і гэта ваш востраў. Здагадалася, малайчына. Якая ж ты дасціпная, Палінка. Гэта вы, малайцы, так усё прыдумалі, паказалі. Ага, мы стараліся. Мы вельмі таленавітыя. Так, 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 здаецца, я з вострава абібокаў адразу пераскочыла на востраў выхвалякаў. Ды не, мы такога не загадвалі. Нават не збіраліся. Мы проста такія, насамрэч, і ёсць. І гэта чыстая праўда, але хваліцца непрыгожа. Добра, не будзем. Ну а зараз і вам, і нашым гледачам мы пакажам мультфільм. Ура! Ну, сябры мае, на сёння мультыкі і гульні скончыліся. Час рыхтавацца да адпачынку. А заўтра яшчэ пагуляем? Абавязкова. Класна. Да пабачэння, дзяўчынкі, хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай усім ночы і прыгожых-прыгожых снаў. Баю-бай, разам з нами засынай.